Человек с гласной «я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Зачастую эти люди более склонны направлять свой дар любви в другие русла – материнской любви, идеалистической привязанности, преданности любимому делу, служения идее и тому подобное. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Значение буквы «Т» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Значение буквы «О» сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Они очень хорошо относятся к детям и животным, склонны заботиться об окружающих. Из них получаются хорошие семьянины. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Привлекательность и амбициозность позволяют им сделать карьеру в любых сферах деятельности. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.